В программе Свенской ярмарки состязания высокого уровня заявлены впервые. Самбисты из Брянской Белоруссии борются за кубок губернатора Брянской области. Соревнования приурочены к 80-летию признания самбо официальным видом спорта. Уважаемые зрители, поддержите спортсменов. 2 балла спортсменов красной куртки. В схватке титулованных спортсменов зрелищная борьба начинается не сразу. Многократные чемпионы мира по самбо, наш земляк Артем Осипенко и белорус Юрий Рыбак не единожды встречались на борцовском ковре. Хорошо знакомы с тактикой друг друга. И потому каждую атаку публика встречает с восторгом. 50 сдача. Детишки смотрят, родители смотрят, потом приводят. Мне подошли уже пару человек, спросили, где могут, куда можно записаться на самбо детей привести. То есть я считаю, это положительный эффект в развитии спорта в Брянской области. На таких ярмарках нужно проводить такие мероприятия. Ну, не только борьба, ну тут может еще какие-то другие там виды спорта. Но я думаю, это очень хорошо будет, чтобы вошло в традицию так все время. Обязательно ярмарка и спортивные мероприятия, чтобы были. Среди почетных гостей турнира президент Всероссийской Федерации самбо Сергей Елисеев. У него особые отношения с нашим регионом. В ноябре прошлого года в Сочи было подписано соглашение с Федерацией о развитии самбо в Брянской области. Самбо – это наш национальный продукт. Такой же, как вот сегодня показано здесь. Все вот достояние Брянской области. Все, что производится, все, что здесь. И вот самбо тоже это достояние России. И Брянска в том числе. У вас тоже есть большие традиции в развитии самбо. У вас очень хорошая школа. Мы сегодня договорились с Елисеевым Сергеем Владимировичем о том, чтобы со следующего года нам сделать хорошую школу самбо, школу имени Артема Осипенко. Потому что он действительно это достояние не только Брянской области, достояние всего мира. Вот, и мы это сделаем. В этом году мы заканчиваем спортивные объекты, которые были начаты намного раньше, там 10 лет назад. Вот, и мы в этом году их все вводим в эксплуатацию. В следующем году при формировании бюджета мы заложим бюджет и сделаем хорошую школу самбо для наших брянских ребят. В регионе этот вид спорта набирает популярность. Уже в нескольких средних школах Брянска открылись специализированные площадки по программе «Самбо в школу». Предполагается, что один из 3 уроков физкультуры в неделю будет посвящен исключительно этому единоборству. Вид самбо очень близок, потому что я заканчивал Смоленский институт физкультуры, отделение самбо. Я понимаю, что такое борьба в целом. Поэтому для пропаганды развития физкультуры и спорта в Брянской области, когда в одном месте скапливается порядка 100 тысяч населения, это очень хорошо. Чествовали спортсменов на большой сцене ярмарки. Кубок губернатора Брянской области завоевали наши самбисты. Не остался без награды и Александр Богомаз. За труды в укреплении этого вида спорта губернатор удостоился юбилейной медали «80 лет самбо». Артемий Маркелов, Игорь Винничук, Елена Лыщицкая, Максим Кузнецов, Сергей Любецкий. События. Брянский район.